Сложные операции на сердце, передовые методы лечения онкологии, современные репродуктивные технологии и качественная пластическая хирургия. Высокий уровень медицинского обслуживания в Беларуси не остается без внимания иностранцев. За квалифицированной врачебной помощью в нашу страну ежегодно приезжают сотни тысяч человек со всего мира. Не потеряться в широком спектре услуг, центров и клиник и не переживать о деталях поездки им помогают компании-операторы медтуризма, которые берут все организационные моменты на себя. Правильно спланировать, какие нужно сдать анализы, что привести с собой, как подготовиться, брать ли родственников кого-то, помогать, где он будет проживать, как он будет добираться от проживания до больницы. Это огромный пул вопросов, которые всплывают в ходе подготовки. Выбрать нужного доктора, получить у него заочную консультацию, посчитать стоимость и спланировать продолжительность пребывания в клинике. Благодаря компаниям-туроператорам пациенты узнают о нюансах предстоящего лечения еще до выезда из родного города. Чаще всего пациент хочет сразу приехать и начать лечение. В то время как доктор хочет сначала, чтобы пациент приехал, его обследовали, все посмотрели. Но пациент говорит, меня уже обследовали здесь, но мне не могут сказать точно, какое будет лечение. Могу ли я приехать со своими результатами, анализами, со своими снимками, со своей биопсией для того, чтобы это все организовать. Здесь подключаемся мы объясняем, как правильно, что нужно взять, как это все запаковать, например, да, что нужно привезти. После того, как врачи изучат необходимые документы, подберут программу лечения и назначат его конкретные сроки, сотрудники компании туроператора тут же спланируют приезд пациента в Беларусь и предложат несколько вариантов проживания. Мы сотрудничаем с отелями, с апартаментами в разных частях города, страны, которые расположены недалеко от клиник, для того, чтобы пациенту было удобно перемещаться, комфортно и так далее. С перемещениями между странами проблем также не возникнет. Туроператор оформит приглашение, свяжется с консульством и подскажет, где купить билеты. А в Беларуси клиента будет ждать сопровождающий. У нас есть менеджеры, в том числе англоязычные. Мы нанимаем переводчиков при необходимости, которые встречают в аэропорту, в вокзале, отвозят, показывают, рассказывают все, помогают как бы психологически быстрее адаптироваться к новому месту, да, всегда остаются на телефоне, если какие-то вопросы, помогают решать эти проблемы. Медуслуги оплачиваются в кассе клиники в соответствии с ее тарифами. Таким образом, клиент платит компании-оператору только за организационную деятельность. В нее, кстати, входит культурная программа, так что иностранцы успевают не только получить квалифицированную медицинскую помощь, но и познакомиться с достопримечательностями нашей страны. Екатерина Кардаш, Павел Симага, Михаил Максимов. Наше утро.